Всем привет, с вами Кинг. И я бы хотел вам рассказать одну историю. Как давно жил один человек. И он совсем с ума сошел и подумал, что Dark Souls 2 легкий. Он взял и выбил себе самое лучшее оружие в мире, это вот эту поварёшку. И думал, что он сможет победить с ней весь мир. А потом он вступил в Комбинат Чемпионов, чтобы... чтобы уж точно наверняка Dark Souls 2 показалась ему не такой легкой, как раньше. И проблема заключается в том, что этот человек... не сможет драться этой поварёшкой. Только из-за того, что он очень хотел, но он не сможет. Потому что даже на обычных мобах она просто ломается. Просто не выдерживает у неё... Ёлк! Ее прочность там, она бесполезна, но этот человек нашел решение этой проблемы, ну хотя бы какое-то краткое. Он решил, что почему бы не добивать боссов этой поварёшкой. А атаковать их самым плохим оружием на второй степени, самым дефолтным кинжалом. И знаете что? Это будет сложно. Очень сложно. Никогда так не делайте. Иначе станете вот таким чуваком. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Thank you.
24 удара поварёшкой об стену, и она ломается. Хорошо, будем знать, что 24 удара у меня есть.
цените еще одну фигню, смотрите. По моим статам у меня 12 ловкости. По ее прокачке у меня 13 ловкости. Я только что вкачал 13 ловкости, но у меня почему-то 12 ловкости. Даже сама игра против меня. Это меня дико бесит!